История человечества складывается не только из завоеваний и открытий. Огромное влияние на развитие каждого народа и каждой страны оказывают болезни. С тех пор, как антибиотики и вакцинация потеснили инфекционные заболевания с лидирующих позиций, на первый план выступили новые. Почти любая болезнь приходит к нам внезапно, и, к сожалению, не на каждую из них найдется определенное лекарство. Несмотря на то, что фармацевтика не стоит на месте, все-таки болезней больше, чем лекарственных препаратов. Осознавая все это, российские и зарубежные ученые объединили силы в КСК КФУ «Уникс», и смотрите, что из этого получилось. Для многих болезней просто у нас нет лекарств, если говорить по-простому. Это онкология. Мы ищем и успешные подходы разрабатываем именно к поиску инновационных противоопухолевых лекарств. Еще одна очень серьезная проблема – это инфекции, бактериальные, вирусные инфекции. Целый ряд докладов, посвященных этой тематике. На сателлитном молодежном симпозиуме по вопросам инновационных лекарственных разработок молодых ученых выступили эксперты и разработчики лекарственных препаратов. Слушатели могли узнать обо всех этапах разработки инновационных лекарств, начиная от поиска молекулы и заканчивая коммерциализацией научных проектов. Это большой форум с представительным международным участием. Конференции этой серии проводятся раз в два года в крупнейших индустриальных, культурных, научных, академических центрах России. Вот первая конференция была у нас в 2013 году в Москве, вторая в 2015 в Новосибирске, и вот третья сейчас у нас в Казанском федеральном университете. Молодые специалисты определяют наше будущее, и с этим трудно спорить. Прошедший молодежный симпозиум стал отличной возможностью для молодых специалистов погрузиться в мир большой фармы и узнать больше об актуальных задачах современности. Глубокое понимание того, как работает фармацевтическая индустрия, как устроен процесс исследований и разработок, помогут участникам в поиске смелых идей и ярких научных открытий, направленных на улучшение качества жизни людей. Более того, данный симпозиум придаст дополнительный импульс развитию системы здравоохранения. Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.